Дыхание – это жизнь. И, собственно, за счет нашего дыхания мы получаем определенный объем энергии. Так или иначе, эти техники нам нужны для того, чтобы дополнить свой объем энергии нужным эквивалентом. Это будет несложно. Ваша задача будет просто повторять и наполняться энергией. Знакомо ли вам чувство, когда с утра вы просыпаетесь, а уже у вас нет ресурса и энергии? Когда вы прожили целый день, а в конце дня вы уже просто полностью опустошены? В этом видео я дам вам технику, которая увеличит вашу энергию на 200%. Меня зовут Роберт Аксюзян, я бизнес-эзотерик и психолог. Дыхание – это жизнь. И, собственно, за счет нашего дыхания мы получаем определенный объем энергии. Дыхательные практики существовали, в принципе, всегда. Я думаю, что вы знакомы с дыхательной практикой и с методик йоги. Я думаю, если вы ходите на йогу, то вы, конечно же, делали пранаяму, дыхательные все упражнения и так далее. Ну и не только на этом, на бодифлексе, еще каких-то других практиках по работе с самим собой. Это на самом деле сейчас модно, и это активно используется для здорового образа жизни. Так или иначе, эти техники нам нужны для того, чтобы дополнить свой объем энергии нужным эквивалентом. И практики дыхания в этом очень сильно помогают. Ведь дыхание – это очень мощный инструмент, без которого мы, в принципе, не сможем с вами существовать. Так вот, правильные практики дыхания помогают нам увеличить объем нашей энергии. Если вы делаете эти практики ежедневно, начинаете, так скажем, свое утро с дыхательной практики, то на целый день у вас будет очень большой приток энергии. В этом видео я покажу вам технику по набору энергии через дыхание. Это будет несложно, ваша задача будет просто повторять и наполняться энергией. Итак, начнем практику. Предлагаю вам сесть поудобнее. Либо сядьте ровно, как я, либо можете поставить ноги в позу лотоса. То есть, ну, условно, вот таким образом. После этого закройте свои глаза. Я предлагаю вам сделать глубокий вдох, после этого глубокий выдох. И после мы дышим носом быстро в течение 1,5 минуты. После этого мы сделаем глубокий вдох, и у нас будет задержка дыхания на 1,5 минуты.
Медленный выдох. Если у вас не получилось продержаться 1,5 минуты, ничего страшного. Сейчас делаем снова дыхательную практику. Теперь ртом дышим. Снова будет задержка дыхания на 20 секунд. Делаем глубокий вдох. 20 секунд задержка дыхания. Глубокий выдох. Такой цикл дыхания необходимо повторить 3 раза. Соответственно, нам еще нужно подышать будет 2 раза в таком же цикле. Делаем глубокий вдох, и у нас будет задержка дыхания на 1,5 минуты.
Медленный выдох. Делаем глубокий вдох. 20 секунд задержка дыхания. Глубокий выдох. Делаем глубокий вдох, и у нас будет задержка дыхания на 1,5 минуты.
Медленный выдох. Делаем глубокий вдох. 20 секунд задержка дыхания. Глубокий выдох. Когда вы закончили дыхательную практику, почувствуйте, как внутри появилась энергия. Посмотрите по сторонам, посмотрите, как вы видите сейчас мир, как будто глаза открылись чуть шире, как будто чуть более проявленное состояние. Саму практику лучше всего делать по утрам, чтобы энергии было достаточно на весь день. Перед сном вам будет немножко потом тяжеловато заснуть. Поэтому это утренняя практика. Делайте ее ежедневно. И если сделаете эту практику своим постоянным атрибутом, то в вашей жизни будет очень много энергии на ваши цели и желания. Мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи!